Отправился сегодня на смотровую площадку. Тут вон, кстати, светофор искусственный. Тут вот такие вот горы, 1000 метров, там, по-моему, даже больше. Уже даже эти облака стоят. А я вот на эту вот смотровую сегодня своим ходом собрался. Вчера дожди шли 2 раза. Ночью, наверное, тоже дождь. Ну, в Анталии дождь, в Алании тоже вроде как. А сегодня тут вот и завтра ясно. Так что правильно направление выбрано было. Те, конечно, горы вообще отвесные такие. Там не разобраться. Тут вот совершенно другого типа гора. Скальная, и вроде как там туристическая тропа специальная есть, поэтому придется сюда идти. Вот к указателям туристическим тут показано, куда идти. Так, Бурада Синис, 5 километров до Кириша, это соседняя деревня, по горам с палкой. По-немецки, а нет, это Люфтен, это, конечно, вроде немецкое, но это и турецкое тоже слово. Вроде как вот это вот тропа типа, да. Сейчас у нас Sony синхронная съемка. О, ничего себе. Это что, дуб такой? Офигеть. Ха. Впервые вижу даже такое. Интересно. Да, надо себе взять, наверное. Жарко, плюс 20 всего лишь, 18 даже. И вот такие вот тут виды. Вот. Ну, почти как на ладони. 70% где-то видно. Всякие там Бельбеди, Гюйнюк, на море волны. Значит, я правильно сделал, что пошел в горы до обеда. Можно и дальше пройти. Тропа до деревни Кириш идет. Всякие Кириш, Чамьюва. Вот она. Площадка. Деревня Юрук. Облачность. Начинается. Я думаю, там дальше уже не особо будет
Что-то видно, вон даже этот скворечник тут забили. Вау, ни хрена себе. Охренеть, блядь.